Здравствуйте, друзья! Всем привет из Алании! У нас зима пришла, несколько дней дожди, все капает, все льется, ливни. На рыбалку я не хожу из-за этих дождей, поэтому сегодня будет видео про авокадо. Вот сейчас я у себя во дворе и хочу показать тот авокадо, который я год назад здесь посадил. Вот такой он вырос. Скажу сразу, что вот здесь, в этом месте, видите, прививочка была. Вот. Но после прививки, после этой, он не очень хорошо растет. Не сказал бы я, что он сильно вырос, но может быть у него там, конечно, корневая система формируется. В общем, ладно, пусть он растет дальше. А я пойду домой и покажу вам, как посадить и вырастить авокадо из косточки. Так, друзья, переместился я домой, пью кофе. Хорошо, горячий кофе. Горячий кофе промозглым утром. Так, значит, как я уже сказал, сейчас идет сезон авокадо, и у меня накопилось куча косточек от авокадо, которые мы сейчас с вами посадим. Чтобы не затягивать процесс, на самом деле нужно знать только одно. Сначала нужно очистить, то есть, ну, не одно, а два. Значит, очистить от кожуры и отрезать жопку. Сейчас я это все сделаю. Вот таким образом очищаем семечку авокадо от скорлупы. Самое главное ей полежать там несколько дней, тогда она отойдет легко. Вот так прям, как, ну, просто как шелуха. И теперь нужно просто отрезать вот таким острым ножом, отрезать вот этот низ у косточки. Сейчас покажу. Вот таким образом нужно отрезать жопку у семечка. И после того, как вы ее отрезали, нужно в нее воткнуть 3 зубочистки. Сейчас покажу, каким образом. Вот таким образом втыкаем зубочистки. И вот смотрите, что появляется у нас через неделю после того, как вы поставили его в воду. Простает корешок, с этого момента я уже высаживаю в землю. Вот таким образом просто втыкаю в какой-то грунт и поливаю. Этот корешок потом растет вниз, и через какое-то время появляются уже и листочки. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки. Увидимся в следующем видео. Пока, друзья!